китайский язык сложный. Вы просвятили життю саме в Китаї. Папа замполит части, а мама очень верующая женщина. Ну, звичайно, про Байкову ми не могли не поговорити. Сестра очень красивая, а как все говорили, что я не очень. Ганна Жижа відома журналістка і телеведуча. Як ви ставитесь? Слишком много своего времени, душевных сил давала другим детям. Щоб і Ганна приїхала з чоловіком. Поэтому у меня с детства такое, знаете, желание стать красивой и заниматься в индустрии красоты. Бізнес вона знає, ну, точно набагато більше, ніж ми з вами. Адже вона його і створювала, принаймні, в Кропивницькому. Сьогодні в Зексклюзиві ексклюзивний гість – Тетяна Жижа. Вітаю вас. Добрий день. Як настрій? Отлічний, а у вас, Валентина? Дякую. Дуже приємно, дуже гарно, тому що я дуже рада, що ви завітали до нас в гості. Взаємно. Пані Тетяно, не для кого не є секретом, що, в принципі, значну частину свого життя ви присвятили саме модельній індустрії. Да. З чого все починалось? Я працювала в Домі піонерів Ленінського району руководителем хореографічного кружка. І однажды визиває мене директор Світлана Володимирівна Хлопотіна. Кстати, це вона. Это от нее все началось. И сказала, к нам обратились, ко мне, за помощью, чтобы мы помогли развить немножко пластику девочек из экспериментального цеха «Дома быта». Там был потрясающий цех. Когда я увидела, какую они одежду шьют, ну, это просто было что-то удивительное по тем временам. И подобрались девчонки, молодые, красивые, высокие, которые свою же одежду демонстрировали. Моя задача была немножко подучить их двигаться. Как это сделать? Я народница. Коллектив танцевальный, тоже в основном народные танцы, детские, плясал разные. Как это сделать? Муж занимался спутниковым телевидением, мы посмотрели внимательно фэшн-каналы. Потом замедленные съемки, ширина шага, все подиумное движение. И началось. Это так увлекло, что до сих пор продолжается. Дуже цікаво. А все одно, чому наважились на цей напрямок, розвивати його саме? Тому що це було настільки цікаво, і тому що вокруг були люди такі, наприклад, як Анатолій Егорович Коротков, який сказав: «Тетяна, це твоє, це дуже цікаво, це дуже красиво, займайся цим». Підталкували люди, які для мене великим авторитетом пользуються. Ну, можна сказати, що, в принципі, зароджуватись модельний бізнес почав саме при вас. Звісно, ми були перші, я завжди це говорю. Першими було дуже складно в то время, 91-й год. Ну, навіть, я думаю, не можна розказати в нашій передачі, як це все складно було. Але в результаті вийшло. Посмотрите, скільки зараз у нас модельних агентств. В городі, в Україні. Про це ще поговоримо. Так. Рімо, як з'явилось у вашому житті? Там же, в Домі піонерів, ми спочатку существовали як театр-студія мода. Театр-студія, тому що це експеримент, поиск, що на самом деле було. З цими дівчатами із експериментального цеха я працювала недовго, 10 місяців. Ми зробили потрясающую програму. На их коллекции, выступили в филармонии, оглушительный успех. И вдруг они меня вызывают и говорят: мы больше не нуждаемся в ваших услугах, нам не нравится театрализованный показ одежды. Мы хотим просто определенной публике, заинтересованной специалистам, показывать свою одежду, а не танцевать. Вы нас заставляете там, на роликах выезжать и так далее. А меня, конечно, несло.
Творча особисто. Да, осталась я і дівчинка Света Уманенко, одна, которая была со мной, говорит: Татьяна Ивановна, не беспокойтесь. Мы за 3 дня наберем 30 красивых девочек. Я говорю, как? И мы пошли с ней по училищам, по школам. Она стояла такая высокая, красивая, 1,80 рост. Худенькая, прекрасно говорила. И говорила, я, конечно, вступительные слова. Она говорила, как хорошо быть моделью, выступать и так далее. Мы быстренько сделали набор. А вот показывать-то было нечего. Но в Доме пионеров был кружок кройки и шитья. Алла Измайловна его вела. Опять-таки Светлана Владимировна Хлопотина. Она известный человек в городе, вы знаете, наверное, тоже ее. Она все силы бросила на то, чтобы у нас была одежда, в которой можно выступать. Uh-huh. А Римо появилось гораздо позже, когда я уже ушла из Дома пионеров. Родитель одной из моих учениц был известный бизнесмен Ковальский Василий Степанович. Он сказал, давай сделаем отдельно единицу при нашей фирме. У тебя будет ателье, мы поможем. Он был учредителем. Я небольшой взнос делала. Так появилась разработка, изготовление модной одежды. Там уже было и ателье, и модельная школа. А що вам ближче до душі було? Пошиття різного одягу чи праця з моделями? Конечно, работа с моделями, потому что когда мы сделали цех, я не знала, что такое дублерин. Вообще ничего не знала. Но были талантливые ребята, например, первый дизайнер Максим Гаркуша, который тоже горел этим. У него золотые руки, он до сих пор работает. У него своя какая-то компания, он шьет одежду, у него свои клиенты. В Украине он уже известен. Вот. И вот мне приходилось во все это вникать. И я получала удовольствие в том, чтобы создавать коллекции. Даже через лет 8 была моя авторская коллекция. Я сама придумала, когда была смена дизайнеров. Потому что Макс ушел, потом пришел Сережа Овечка. Не менее талантливый мальчик. Вот. Но Макс работал в стиле прет-а-порте, ближе как-то к народу. А уже Сергеевичка, у него фантазия такая умная. И такие шедевральные вещи он делал, что на фестивалях, на международных, где-то во Львов мы ездили. Это было удивление для всех, что из такого города приехали такие вот. Зараз, наскільки я знаю, агенція прийшла до Працкова. Да, ну это наш ученик Александр Працков. Там же работает и Инночка Лозовая, тоже выпускница наша. С ними долгое время работала Ярослава Чернуха, талантливая девочка. Она сейчас работает в Mix Models. То есть ученики прекрасно продолжают наше дело. И я горжусь этим. Якими випускницями? Моделями? Ви пишаєтесь найбільше? Ну, вот. Саме які продовжили шлях в модельній індустрії? Вот я перечислила вам этих трьох в городі известных личностей. Очень... Не, Саша Працкова – це вообще шоумен, по-моєму, всеукраїнський известная личность. Но если говорить о людях, которые продолжили, в Китае девочка Юлечка Кайданова, она имеет уже свое агентство модельное. Вторая девочка Анна Белаус, она заканчивает в Пекине отделение режиссер модельных шоу. И много называть можно таких девчонок, но, конечно же, самое главное, самая большая моя гордость, самая яркая ученица – это Алина Байкова. И она известна, она гордость не только нашего агентства и города, она гордость Украины, она мирового, мирового уровня. Тобто ви були наставником, так, у Алины? Да, я ее нашла. Она пришла к нам в ателье, работала официанткой, пришла шить одежду для официанток. И я когда увидела ее, думаю, вот эта девчонка, все данные. Ну, понимаете, женщина, девочка должна быть ухоженной. У нас в семьях этому не учат, как бы. Так, так. Ну, вот мы начали с того, что косметологу я ее к своему уже повела. Там, за волосами стали ухаживать. Это когда она дала согласие. Она очень долго думала. Но когда она согласилась, она впитывала все, что вот ей говорили. Она даже
уже стала, ездила в Китай, конечно же, она работала там, но потом, когда стала ездить в Москву и уже в Европу, она приехала в Китай, говорит, я еду последний раз, Татьяна Ивановна, в той группе, которую я вела. Я хочу у вас учиться всему. Как общаться с людьми, как себя вести. Вы мне будете говорить, что читать, какие книги с собой взять. Вы понимаете, какая целеустремленная девочка. И самое главное, какая благодарная. Сколько я не работала в Китае, если она попадала на работы в Гонконг или в Пекин, она обязательно прилетала в Шэньчжэнь. Жила со мной в общежитии с артистами. Ну, это ну, потрясающая девочка. До сих пор у меня с ней связь, мы переписываемся и... Поэтому это связок, да? Да, да. Она чудесная. А часто бачитесь? Нет, конечно, конечно, нет. Редко, но... Это... Ну, когда она вместе бывает, то... Конечно, конечно. Она звонит или она приезжала за город ко мне, когда я... Надо, чтобы совпали еще наши. Mm. Ну, звичайно, про Байкову мы не могли не поговорить, скажем, да, скажем да. так. Можливо, еще какие-то девчата? Я не могу выделить... Знаешь, типа фамилии, потому что их было очень много. Ну, подумайте, 20 лет агентство. Сейчас а сколько уже будет 30. Девчат было? Несколько тысяч за эти годы. Вот. И вы знаете, как приятно, когда встречаешь просто успешных девочек. Я не говорю, что это наша заслуга. Конечно же, нет, это их заслуга. Но мы помогли им быть увереннее в себе. Мы помогли им... понимать, что женщина должна быть... Женщина красива, когда она ухожена. Мы преподавали основы этикета. В общем, я думаю, свою там лепту какую-то в их успешность сейчас мы привнесли. Потому что даже вот бывали такие случаи, если я заходила в какой-то бутик, а рядом стояли красивые, ухоженные женщины, но курили, потому что как бы в помещениях нельзя. И вдруг они бросали сигареты, вытягивались взрослые дамы. И говорили, здравствуйте, Татьяна Ивановна, вы нас узнаете? А, ну, мы запрещали курить, мы запрещали... Дисциплина. Дисциплина железная. Да и уже сколько лет прошло, говорит, да курите на здоровье, вы уже взрослые, это ваша жизнь. Вот это смешно, но это говорит о том, что они впитывали все, что мы им старались привнести. Наскільки я знаю, раніше був один головний конкурс краси, так? От Міс Україна, там, територіально Міс Кіровоград, можливо. Зараз їх дуже багато. І королеви, і княгині, і приватні різні конкурси. Чому не вдалося зосередити увагу лише на одному конкурсі? Чому все ось так от пішло різношорстно? Валентина, а зачем? Если есть люди, которые хотят и могут провести какой-либо конкурс, если есть желающие в нем участвовать, если есть зрители, которые смотрят, почему нет? А главный конкурс «Мисс Украина» он был, есть и будет главным. А ведь как раз-то в этих маленьких конкурсах и получают девочки самоутверждение, учатся самовыражаться, может быть, потом они осмеливаются и идут дальше в этот конкурс основной. Чому ні? Я за конкурси. А чим зараз, наприклад, модельний бізнес відрізняється від того, коли ви починали? Скільки? Масштабністю, професіоналізмом і так далі. Ми ж учились самі всім. Я ж вам розказувала, що включали фешн-канали, відео, і смотрели, як дівчатки ходять, щоб потім навчити моделі і так далі. Пусть придумували много самі, шишки якісь набивали. А в принципе, ну, все это было просто недоступно. Вот. Поэтому сейчас это масштабность и профессионализм. А вот какие зараз идеальные параметры жінки? Особливо для вас, от що ви гадаєте? Не по стандарту які, а от для вас. Для мене потрібно, щоб жінка була гармонічна, щоб їй було комфортно в її параметрах. Це перше. Бувають такі пишечки, але вони настільки привлекательні. І настільки люблять себе, і люблять все живе вокруг себе, що просто обаянію їх можна позавидувати, і уверенності в себе теж. Але якщо говорити о моїх предпочтеннях, це, звісно, классическая. Вот обычная женщина, например, рост 163, нужно отнять 100. И допустимо, чтобы она весила 63 килограмма. Если девочка молодая, стройная, на экране часто, как вы, Валентина, это уже надо 110 отнять. Да. А если это уже танцовщица или модель, минус 120.
Вот 170 рост, например, у модели минус 120, она должна предел 50 кілограм вести. Все. А себе як підтримуєте в формі? Тому що ви дуже стильно і так добре виглядаєте. Спасибо. Не буду опровергать, хотя есть что сказать. Велосипед, велотренажер, немножечко йоги, танцы для себя. Ну, одним словом, ви займаєтесь собою. Так. Тому що багато жінок в різному віці намагаються, ну, вірніше, забувають про себе, скажімо так, при різних обставинах. Чи бувало таке у вас в житті? Конечно. Что вы забывали про себя? Сейчас у меня это есть, потому что стимула особого нет. Понимаете, работа дистанционная. Ты уже не выходишь, не стоишь в зале, а за тобой 30-40 человек, где надо быть лучше, чем они, чтобы они чему-то учились. Поэтому это уже идет, заставляю себя из-за того, из-за уважения к себе как женщине и к окружающим. Знаю, що є такий період у вашому житті, це близько 10 років, коли ви присвятили життю саме в Китаї. Так. Проживанню. Як ви наважились? Чому ви туди поїхали? І чи не жалкуєте, що були там? В 2001 году ко мне пришел очень известный, очень уважаемый в городе человек Николай Иванович Кравченко. Я надеюсь, что сейчас события, которые происходят, все это решится в его пользу, потому что все его обожают как высококлассного профессионала. И он очень многим людям помог. Он привел ко мне не менее известных людей, ну, например, руководитель «Кубанский казацкий хор». Еще одного человека представил. Нужна была группа моделей в Китае. У меня был шок, конечно. Какой Китай? У меня молодые девочки, все... Но благодаря Николаю Ивановичу я этот шаг сделала. Сложно было очень. Я поехала сама, естественно, посмотреть, что это там и как, на неделю всего. И сразу влюбилась в Китай. И уже спокойно отправляла девочек туда дальше. А потом уже начала ездить сама. Как начала ездить, понадобились мои знания как преподавателя. Я преподавала китайским моделям и украинским. Привозила свою группу 14 человек, и человек 16 было китаянок. Вот такая она, мощненькая группа. Занятия каждый день. Ну, я ездила сначала на месяц, потом на 3, потом на 6 месяцев, потом на 8, потом на год, на год, на год. Вот так набралось 8 лет. Это было с перерывами. Но в общей сложности 8 лет прекрасной жизни в изумительной стране. Мовный барьер. Буф. Так, я вивчила 500 слів. Основних? Основних. Угу. Хороший, мод хороший. Я учитель модельного агентства. І так далі. Я можу там как-то говорити. Очень-очень мало. Почему? Потому что китайский язык сложный интонационно. Одно слово «хан», оно означает суп сладкий, там, имя девочки и так далее. И все это зависит... Как вымовишь? Все это, да, все это зависит от интонации. Тхан, тхан и так далее. К сожалению, у меня проблемы с голосовыми связками. И даже работая с репетитором, я была первой ученицей в группе. Конечно, собрала моделей и всех, так сказать, заставляла учиться китайский, учиться китайский. У меня очень успешно девочки благодаря этому потом пошли дальше. Они учились в университете в Китае и так далее. Потому что у нас днем было время. А я из-за того, что не могу интенсивно владеть, была первой ученицей, конечно же. Но меня никто не понимал в Китае. На этом я прекратила свое профессиональное обучение, остановилась на словах, которые необходимы. И так, таким образом преодолела мовный барьер. Кроме этого, всегда с нами работал и жил даже рядом переводчик. Всегда во всех парках. Вы згадуете эти часы дуже приємно. Приємні спогади. А чому тоді поїхали з Китаю? Чому не залишились там? А що ви маєте в виду залишились? Ми всі їдемо туди працювати. Я говорю дівчатам, там залишаються тільки ті, хто молоді дівчатки, виходять замуж, мають дітей і так далі. Остальне – це просто наша робота. У нас є Україна, родина. Даже мысли такой не было. Мой муж работал в Кончезас под Киевом, 11 лет объекта вел. А я здесь как-то была одна, дочка в Киеве, мама под Киевом.
Я одна, и вот я решилась поехать сначала на короткий срок, потом на длиннее. Когда он вернулся работать в Кировград, то как-то и я потихоньку сократила. Сейчас у меня виза есть в Китай, я еще буду ездить и работаю дистанционно. Угу. То есть за прошлый год у меня более 70 человек было в 12 группах в разных парках Китая. Я продолжаю работать, но дистанционно. Мне не хватает зала, мне не хватает атмосферы этой, когда ты преподаешь, придумываешь выходы. За собою ведешь дівчат, да, по суті. Вот этого немножко не хватает. А як родина підтримала ваше рішення? Всегда поддерживала. Не дивлячись на те, що на досить таки тривалий термін ви покидали їх. Всегда поддерживали во всьому, даже подталкивали. Я удивлялась этому, честно говоря. Ну, приезжал ко мне туда и муж, и дочка. Муж в восторге от Китая. Дочь не очень. Она больше любит европейские страны. Ей нравился такой Китай несовременный, небоскребы. Шэньчжэнь, город там 16 миллионов населения. Его построили за 38 лет. Это, конечно, фантастика. И вот она меня все время просила: поведи в настоящие китайские кварталы, там, где бамбук курят, сидят, и, например, ты идешь, и на ящике сидит зубной врач и выдергивает второму зубы на улице. То есть, ну, о Китае надо говорить часами, днями, вечером. В общем, это потрясающая страна. Ну, вот дочке нравится такой Китай, мне очень нравится небоскреб. А чем вас зачепила культура? Чему сподобалось? Люди, ежа. Ежа вообще потрясающая. Ежа потрясающая. Культура – это, понимаете, тысячелетия, которые в каждом человеке. Мне посчастливилось побывать на Тибете. Вы представляете, это было закрытое место в то время, и можно было ехать только с переводчиком, маленькими группами, 5-6 человек. И нам повезло. В наш парк приехали работать фокусник и танцовщик, как буддисты, которые еще, ну, они украинцы, но они буддисты такой уже давно у нас. И директор финансового парка был тоже буддистом. Ну, они как-то спросили, как бы нам поехать на Тибет. Ну, и, конечно же, тут же и руководители. Муж мой был в то время там, и я говорила: нет, на Тибет это сложно. Это горы, 5000 километров над уровнем. Нет, я со здоровьем не всегда хорошо было. Поэтому я как-то побаивалась. Но когда я поехала, я была сильнее и крепче, чем эти молодые мальчишки, 30-летние, 25-летние буддисты. Они где-то в хвосте плелись. Это я тогда там поняла. Сила духа. Самое главное в человеке. И вот эта культура тибетская и буддийская, и, ну, она очень накладывает на людей большой отпечаток. Даже коммунисты там потихонечку буддисты. Зазвичай кажуть, що до Тибету їдуть ті люди, які хочуть очиститись душевно, морально, прийняти, обдумати своє життя. Чи ви прийшли до чогось під час цієї поїздки? Ні, ну я дуже змінилась. Там це влияние було навіть незаметно для мене в монастирях, коли ми були среди настоящих буддийских монахов, туда, куда не возили туристические группы, просто повезло. Благодаря этому же финансовому директору парка из Шэньчжэня, который очень верующий человек. Вот. И что вас там вразило наибольше? Люди, которые все время улыбаются. Они счастливы. Они живут в нищете. Они едят несколько зерен риса в день. И мы это видели. Они счастливые, радостные. Они высокодуховные люди. И все ж таки вы хотите повернутись до Китая? Я не прерывала с ним связи, я вам повторяю. Онлайн, офлайн. Да. И у меня есть виза на короткий срок. Я должна поехать, но вы знаете, сейчас коронавирус. Так. COVID-19, к сожалению. Все группы мы вывезли. Осталась моя лично, которую я курирую одна. Но девочки и не хотели. Мы по их желанию хотите выезжать. Но там очень безопасно, я вам скажу. Там, ну, конфликт. Дивіться, от чому тоді, якщо безпечно, подобається культура, їжа, робота, чому не переїхати? Ну, тому що це мій дім, навіть мислі, здесь
родина. Я не знаю, мысли даже не было такой переехать. Хотя сейчас вот, если люди долго работают, им начинают давать грин-карты. Раньше такого не было. И сейчас мне говорят, может быть, ты вернешься, ты получишь грин-карту, ты там будущее для твоих детей в Китае. Ведь Китай — это будущее. Они так и считают. Ну, нет, нет. Пані Тетяно, а чим ви займались до модельного бізнесу? Танцювала. Була руководителем танцювального колективу. Якого? Кружок в Домі піонерів. А, тобто? Да-да-да, дуже довго. І потім одразу ж... А ви навчались на... Я закончила педагогический наш институт, факультет начальных классов, и танцевала там в юности. Потом Василий Сильвестрович Боцов очень много дал, конечно. Потом я танцевала в Ятрани. Это школа жизни. Я даже не говорю, что просто мы становились выше по мастерству. Это Анатолий Михайлович Кривохижа – это человек, который очень много... на каждого из нас, очень много в каждого из нас вложил и очень сильно повлиял. Он даже учил женщину оставаться женщиной. На каждой репетиции были какие-то разговоры, что вы должны забыть обо всем, о плите, о борще. Вы... Ну, не буду долго рассказывать. Это потрясающий, талантливый человек. И если мы впитывали каждое слово от него, то, конечно, результат был. А от щодо основної професії, так, на яку ви навчались? Вчитель початкових класів. Так. Ви, ну як, працювали за фахом взагалі? Ви знаєте, всього 10 місяців в дитячому саду. І це було кошмарно. Чому? Об'ясню. Не вистачало спеціалістів. Я працювала з двох вихователів. Перша зміна там до 2 часов, вторая зміна до 7. Плюс не вистачало нянечек. И я работала еще и нянечкой. Ну, я такая дисциплинированная, послушная. Заведующая скажет, я работаю. Я думаю, что там чуть здоровье не надорвала, потому что не было даже стационарных спален. И надо было 30 раскладушек разложить, уложить детей на дневной сон, потом 30 раскладушек спрятать. Это как няня. Плюс еще как воспитатель, плюс какие-то уроки. Эта школа была не очень... положительная первая моя работа. Поэтому, когда мне предложили переводом из этого садика, который к Ленинскому району относился, переводом перевестись в дом пионеров Ленинского района и вести хореографическую группу, конечно, я полетела на крыльях. А чему вы обрали такие фах? Чи це батьки порадили? Нет, я хотела быть учителем всегда. Но, в принципе, я ему остаюсь, так, честно так. говоря, потому что вести эти группы, которые сейчас даже не только модели, я ведь сейчас занимаюсь и артисты балета, и артисты на льду, и цирковые артисты, и артисты оригинального жанра. Но все равно большинство молодых ребят и какие-то воспитательные моменты остаются. Вот. Но почему начальные классы? Потому что, когда я приехала поступать, я хотела на филфак. Василий Сильвестрович Бузы сказал, ой, там большой конкурс, ты нам очень нужна в юности, чтобы ты танцевала. Давай поступай сразу на начальный класс, потом переведешься. Я послушалась, но как-то потом сдружилась со своими одногруппниками, так и осталась. Но то, о чем я мечтала быть учителем, это есть, было и продолжает. Вам не жить. Батько і мати, якими вони були в дитинстві вашому? Папа воєнний, а мама дуже віруюча жінка. Папа замполіт часті, а мама дуже віруюча жінка. Вона закривалась в кімнаті, доставала ікони, молилась, закривала все. Ви представляєте, два таких різних чоловіка, які любили друг друга. І папа говорив, пожалуйста, делай все, чтобы ни я, никто, ни другой не знал. Но, конечно, нас она с моей сестрой привлекала к этому. Она водила нас в церковь, когда мы были у бабушки в России, у ее мамы. Вот. А папины из Днепропетровска, родственники, они неверующие. Ну вот как-то так и сложилось. Поэтому я очень благодарна родителям. Они мне дали, папа как военный, дисциплину. Послушание, умение уважать людей. А мама, самое главное, веру в
Бога. Любовь нужно в сердце всегда хранить. Это мамина, конечно, уже правда. И так далее. Вы сгадали за сестру. Так. Чем она занималась, занимается? Это сложная история, потому что сестра очень красивая, а как все говорили, что я не очень. Почему? Вот не знаю, в детстве так было у нас. И все удивлялись, что такие разные девочки. Она такая красавица. Она училась в Карпенко-Карова даже у меня на актерском факультете. Сейчас она в Америке живет долго. Вот. Ну, конечно, по сравнению с ней, ну, я была просто себе там девочкой, да и девочка. Поэтому у меня с детства такое, знаете, желание стать красивой и заниматься в индустрии красоты. Наверное, это от этого, от детства пошло. Сейчас я подумала об этом. Ну, все с детства идет. Да. А чем она зараз занимается в Америке? Она сейчас работает социальным работником. Это сложно, но она довольна. Она приезжает часто в Киев. Я туда не езжу, потому что мамочке нашей 88 лет. Я ей всегда говорю, пока мама жива, есть у тебя возможность, приезжай, мы будем встречаться у мамы. И мы там какое-то, сколько она находится в Киеве, столько я там и тоже живу. С мамой, с ней общаемся. Зважаючи на те, яке було дитинство у вас, яке дитинство у вашої доньки, Анни, що відрізняється у відносинах між матір'ю і донькою? Ну, во-первых, думаю, что у нее было счастливое детство, потому что мама, папа очень активные, но тем не менее она занималась плаванием, она занималась карате, она ходила в театральный кружок, она учила английский, она была активной такой же, как родители. Я думаю, это немаловажно. В чем моя печаль большая, что я слишком много своего времени, душевных сил отдавала другим детям. Это было всегда, и я всегда жутко переживала и чувствовала, особенно в подростковом возрасте, что ей не хватает мамы. Но я так была увлечена театром моды. Смешно. Хотя, когда она стала взрослой, она сказала: «Мамочка, если... почему ты переживаешь? Если бы вы не были такими, как я бы не стала такой самостоятельной». Она в 10 лет пошла на первую работу. То есть не пришла из школы вовремя. Паника у всех, все ее разыскивают. Мобильных не было, естественно. Она явилась к 6 вечера. Меня уже отпаивали валерьянкой. Оказывается, она пошла в теплицы для того, чтобы заработать 3 рубля. Я говорю, зачем? Мы бы тебе дали эти деньги. Я хочу иметь свои деньги, чтобы поздравить папу на 23 февраля и тебя, мамочка, на 8 марта. Потом телевидение с 12 лет, радио, и пошло. То есть вот такое детство, вот такие отношения. Я, конечно, меньше уделяла ей внимания, чем моя мама мне, наверное. Ну, по крайней мере, я об этом жалею. Ну, слава богу, Аннушка нет. А зараз відносини у вас які? Прекрасные. Прекрасные. Сейчас она мне уже больше подсказывает, подталкивает к чему-то. Удивляется, что я такая несмелая. Я говорю, Аннушка, я всегда была такая. Это все видимость. Там телевидение, газеты раньше и так далее. Руководитель театра моды, президент фирмы Римо. Я говорю, на самом деле... всегда во мне это было, не уверен в себе. Ты просто не замечала. А сейчас она меня так подталкивает. Она умничка большая и поддерживает во всем. И... ну, Ганна Жижа – відома журналістка і телеведуча. Як ви ставитесь до її публічності? Те, що вона обрала такий самий шлях? Хорошо. Таку професію? Хорошо. Хорошо. Я очень горжусь її. Очень горжусь ее достижениями, очень горжусь, какой она человек, потому что у нее прекрасные отношения. Она очень заботливая внучка, она очень заботливая дочка. У нее масса друзей. Я довольна. Ей это нравится, она этим живет, слава богу. У вас тільки Ганна? Тільки Ганна. Танцювала. С чоловіком як познайомились? С батьком? Мы познакомились... в ресторане, как ни смешно, я пришла со своими друзьями праздновать чье-то день рождения. Он играл, гитарист известный в городе очень был.
Вот. И в перерыве меня с ним познакомили, подвели. И он сказал, я когда вас увидел, я чуть не упал со сцены. Следующая там фраза была на следующей встрече. Татьяна, ты выйдешь за меня замуж? У меня был шок, конечно, там какие-то глупости, какой-то странный мальчик, мужчина, ну, поразило, высокий, красивый. Вот. Ну, вот так вот произошло, очень быстро вышла замуж. Через три месяца. Сколько років разом? 42, кажется, 42, в 77-м году. И что изменилось от тоді, какие ваши отношения были, и сейчас? Ой, сейчас мы ближе даже. Тогда любовь, страсть, что-то такое. А сейчас ближе духовно. Мы понимаем друг друга. Вот я ему звоню что-то сказать, а он мне говорит, я там это уже сделал. Или он, ты могла бы приготовить. Я говорю, все уже стоит, то, что он хочет. То есть настолько понимаем друг друга. Такая духовность, нам не надо даже говорить. Это замечательное чувство, ощущение. А перше кохання? Що перше кохання? У всіх воно було. Яким воно було у вас? Ну, 3 года я любила мальчика очень, и он ко мне хорошо относился, он учился в Ленинграде. Сейчас он за границей живет. По каким-то, по Фейсбуку, по-моему, с ним, или по мессенджеру общаемся иногда. Ну, прекрасная память. Хороший мальчик, очень хороший. Ви в гарних стосунках залишились? Так, да, хорошо. Он знает моего чоловіка еще с молоду. Так что прекрасное отношение, прекрасное воспоминание. Який взагалі типаж у вас чоловіків? Які чоловіки подобаються? На що в першу чергу звертаєте увагу? При знайомстві, наприклад? Мне нравятся мужчины, рядом с которыми женщина чувствует себя женщиной. А если говорить о парах, мне нравятся мужчины, у которых женщина счастлива рядом. У нее горят глаза, она улыбается. Вот респект таким мужчинам. От них очень много зависит. Поруч багато таких? Есть. Не могу сказать, что богато, но есть. Чоловік, принаймні. Ну, конечно. И мужья моих подруг. Ви зараз в Кропивницькому проживаєте? Чи... Я за городом проживаю і дуже багато буваю в Києві, тому що мама в возрасті, дочка там, і по роботі. Тому що я працюю зараз від Государственної організації «Молодість», яка працює 6 тисяч артистів по всьому світу. Ну, ми тільки за Китай відповідаємо, 3 чоловіка. Вот. Тому там часто в Дніпрі, в Харкові. Чим полюбляєте займатися вдома? Домашних обставинах. Сейчас я люблю цветы, потому что я никогда не жила в частном доме. И пока вот я разъезжала, а муж в перерывах, так сказать, от своей работы построил прекрасный дом на нашем дачном участке. Там растут ели, березы, изумительные кустарники. И вот сейчас, так сказать, цветоводство у меня как хобби, наверное. Доглядаете за квитами? Да, высаживаю каждый год. Ну, что это прекрасно, любоваться красотой вокруг тебя. А что для вас відпочинок? Общение с природой. Часто подорожуете? Є можливість? Нет, подорожую я немного. Путешествую я немного. Ну, саме для відпочинку я маю на увазі. Абсолютно нет. Почему? Это наш большой недостаток семьи, мужа и мой. Мы мало отдыхаем. Но общение с природой у нас есть всегда. На книжки час є? Є час. Ну, я такой еще книгачей. Понимаете, своеобразно. Я читаю сразу несколько книг. Поскольку много лет работаю с Китаем и продолжаю, мне могут позвонить в 3 часа, потому что это у них уже 9 утра и так далее. У меня бессонница. Значит, ночью я читаю детективы, любовные романы. А днем, если есть время, какие-то там серьезные книги. Сейчас меня очень увлекает Ли Куан Ю. Это бывший премьер-министр Сингапура. Сингапурское чудо, как он сделал свою страну там за 30 лет одной из самых передовых в мире по экономике. Очень интересно. А от взагалі часто збираєтесь в родинному колі разом? Щоб і Ганна приїхала з чоловіком? На дати на большие. Ганна приїжджає часто, ну, щоб мамочку привезти, все-таки це тяжело. Или нам туди поїхати. Это на какие-то даты семейные. Що б вам хотілося, щоб збулось найближчим часом?
чтобы сбылось. Ой, это сокровенное, это нельзя говорить, а то не сбудется. Есть мечты. А богато такое? Главное, нет. Но главное, что есть эти мечты. Я всегда говорю, пока человек мечтает, он не стареет. Пока он хочет чего-то, он не стареет. А как бы была возможность изменить что-то в жизни? Что бы это было? Я бы меняла себя. Потому что неуверенность в себе – это очень останавливающая, тормозящая черта любого человека. И так далее. Не буду говорить о недостатках своих. Я бы очень изменилась. А ведь чего вот невпевненность у людей из детства. Я же вам говорю, у меня очень была красивая, авторитарная сестра, в тени которой я была много-много лет. Ну, слава богу, сейчас изменилась, мы дружим. Ну, з іншої сторони, завдячуючи цьому, ви йшли і йшли вперед. Наверное. Досягали цілі. Наверное. Недавно мені сказали, той чоловік, який не сумнівається, це просто ідіот. Многі говорили, що ти слишком много сумніваєшся, ти же стрілець, я как бы должна йти на пролом, но всегда много сомнений було. Ну, це допомагало. Якби була можливість назвати ваше життя одним словом, як книжку, як би ви назвали? Одним словом я бы не назвала, я бы назвала современный гадкий утенок. То есть как из гадкого утенка можно превратиться в лебедя. Вы шикарная жінка. Ой, спасибо. Бліц, готовы? Да. В жінці найголовніше – це? Женственность. Кока-кола чи спрайт? Ничего, вода чистая. Улюблена домашняя страва? Блинчики, пирожки, то, что нельзя. Найголовнейшая людина в свете для мама. Вас? Мама. Для меня и для моей семьи мама. Ей 88 лет, скоро 89. Она пример для нас. Факт про вас, про який ще досі ніхто не знав? Такого нет. Обязательно кто-то знает. Если не... Ну, я не припомню, честно говоря. Улюбленный колір? Я люблю все яркие цвета. Холодных хотя. Вы видите, я пришла в красном берете, в желтом пальто и так. Ну, все яркие цвета холодных оттенков. Улюбленный алкогольный напий? Есть такой коньяк хороший. Вчистую? В смысле? А как его пьют еще? Продолжить цитату. Я завжди за. За справедливость. Я завжди проти. Предательство. И мой наиголовнейший принцип. Жить с любовью к жизни, ко всему живому и неживому вокруг себя. Радоваться каждому дню. Пані Тетяно, ви щаслива зараз від того, що ви маєте? Да. І що ви маєте? Я маю сім'ю, я маю прекрасний дом з изумительним садом, і я востребованный человек, я имею работу, меня хотят видеть, во мне нуждаются, это прекрасно. Я вам дуже вдячна за інтерв'ю, було спасибо, дуже цікаво. Валентина. Ці квіти для вас. Благодарю, дівчата. Благодарю вас. Дякую. Приємно. Спасибо. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.